Элита Артсплюй Продакшн представляет. Привет, мои любимые. Я объявляю в открытии новые рубрики «Необычные отводы». То есть мы будем делать необычные отводы наших крипов за разных героев и использовать их неспособности. Напомню вам, что наши крипы появляются каждые нулевые и тридцатые секунды. Вот нулевая секунда, появились крипы. В чем вся соль? Появляются наши крипы, мы агрим нейтральных крипов и бросаем на наших. В итоге делаем отвод. Ну, давайте попробуем это в деле. А, так, еще нейтральные крипы еще не появились, точно. Ждем. Тридцатую секунду. А можно прям сразу же будет сделать отвод. Так, 8. Так, 30. Раз. 2. С троллями посложнее будем. Давайте попробуем. Так, идем в эту точку. Давай, троллюша, давай. Во, получилось, отлично. Все, и бросаем. В итоге, видите, крипы бегут. Бегут. И делаем отвод. Все отлично. Получилось. Я думал, не успеем. И дерутся. Далее, что мы можем сделать дальше? Мы можем теперь... отсюда тоже взять крипа и кинуть в эту толпу. Смотрите, мы так, в принципе, и сделаем. Сделаем еще один, это будет двойной отвод. Можно сделать 40-рной отвод, 80-рной отвод. Нет, они здесь умрут, к сожалению, они помрут. Бедные крипули. Ну, давайте мы завершим наше дело и сделаем еще раз отводик. То есть в результате все 5 крипов не достались нашему врагу. Он остался ни с чем, понимаете? Ой, задержался. Давай. Может быть, успею. Ну, нет, не успел. Хорошо, пробуем еще раз. Не успел, вот отвлекаюсь сильно. Безусловно, здесь это сложнее, когда крипы дальнего боя, тролли. Гораздо сложнее. Смотрим. 58, 59, 60. Раз, два. Пойдем. И делаем отводик. Отлично. Он дохнет, да, сейчас? Нет. Молодец. Главное, не умирай. Вот. Все хорошо. Так, сейчас они убьют его, и его быстрее бежим. И делаем еще один отвод. Давай. Все, делаем еще один отвод. А там уже можно будет, короче... и кинуть к нашим крипам. Да, в принципе, они должны убить. Нормально. Ну, видите, ничего сложного. Также можно было этих нейтральных крипов также агрим, отводим и кидаем куда-нибудь сюда, вот, на наших крипов. Делаем отвод. Нормально, они добьют. Там уже мы можем это добивать. Вот так вот. Все очень просто. Затини очень просто делать необычные отводы. Опа. Я вам показал пример двойных отводов. То есть мы в итоге почти убили две пачки наших крипов. И убили две пачки нейтральных крипов. Профит. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал.